Я игрушка. Раз, два, три, четыре, пять. Будем фрукты мы считать. Игра «Фрутомикс» развивает навыки счета и внимательность. В центре стола размещаем деревянные фрукты и игровые карты рубашкой вверх. Есть три варианта игры: «Чего больше», «Чего меньше» и «Больше-меньше». Рассмотрим вариант «Чего больше». Открываем верхнюю карту колоды. Игроки должны быстро определить, каких фруктов на карте больше, и схватить правильную фигурку. Тот, кто сделал это, оставляет карту себе, а фигурку кладет обратно на стол. Игра завершается, когда все карты в колоде закончились. Побеждает игрок, собравший наибольшее количество карт. Вау! Фрутомикс. Обучение с увлечением.